Так, ну мы сели на дрезину, сейчас маленько продвинемся вперед. Я так сейчас понимаю, эту доску он снесет. Так, и знаешь что, вот меня смущает, там ехать по какой дороге вообще? Ну давай проедем вперед для начала, посмотрим. Это вот не факт, что нам нужно менять направление, совершенно не факт. Опа. Так, это мы все проехали. Это совершенно не факт. Так, на поворотах сбавляем скорость. У нас опыт GTA San Andreas. Так, вот здесь мы сейчас сделаем остановочку, соберем пушки. Вот здесь. Стоп. Так, собираем. Лутаем. Так, и здесь у нас тоже посмотрим, что. А, здесь аптечка. Отлично, отлично. Пусть она тогда тут валяется. Пусть она тут валяется, она нам пригодится. Она же не исчезнет, правда? А, давай берем пушку. И мы вернулись. Так, и едем дальше. Шлагбаум открыт. Вот тут неизвестно, ребят, что. Абсолютно. Вот сейчас вот в каком направлении она поедет, я этого просто не знаю. Стоп. Стоп. Осторожно. Очень осторожно, ребят. А, то есть она сюда поехала. Так, и здесь у нас что? Здесь, по-моему, мы сюда же как раз залезали уже, да? Потихоньку подбираемся. Ну да, ясно. Ясно, ясно. Тут гром и молния. Ясно, вот здесь мы это уничтожили. Так, здесь у нас бегает наверху тварь. Здесь же у нас осолдатня. А давай, знаешь, что тогда сделаем? Вот тут давай сделаем остановочку. Вот здесь вот, ребятки. Стоп. Сходим на берег. Делаем еще одно сохранение. У нас на всякий случай. Вот сюда. В принципе, потому что у нас здоровьешко неплохое. И давай посмотрим, что у нас тут. Просто разведаем. Особо сильно не беспокоюсь, ведь мы сохранились. Ой, ёлк. Ага. Жахнул все-таки тварь. Так, здесь что? Здесь все трупы. Это наш, не наш? О, нет, это не наш. Ой, ё-ё-ё-ё. Давай, давай. Так, еще один. Еще один, еще один там есть. А, все. Обкакался. Так, здесь что? Здесь много коробок. В принципе, может что-то быть интересное. Ну-ка, а здесь? Здесь ничего. Нет, все равно мы все разобьем, все коробки. Терпеливо. Потому что что-то может быть. А, с этой стороны никак. Давай с этой стороны подойдем. Так, это никак. Ну, пустое дело. Блин. Так, аккуратно. Берем пушку. Присаживаемся. И медленно подбираемся. Посмотрим, как у нас с обзором. Вон он. Так, очень хорошая работа, я тебе должен сказать. Я вам должен сказать, очень хорошая работа. Здесь все трупы. Ну, по-любому надо будет это все зачищать, ребята. То есть, зачищать. Потому что других нет. Других вариантов нет. Потому что, ну, так или иначе пришлось бы. Так, здесь потолок, здесь все. Так, а здесь что? Ну-ка. Да, ну ладно, в принципе, понятно. Ну, здесь кто-то еще может нас ждать. Вот здесь. Что-то на столе лежит хорошее. Не аптечка ли? Аптечка, патроны. Счастье. Шик. Хорошо. Ладно, так, значит, я поскольку немножко устал, я думаю, что поскольку у нас все-таки все достаточно успешно, давайте сохранимся на... На этом этапе мы сохранимся вот здесь. Давай. Так, все, сохраняемся.
и продолжим позже.